Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона! Сегодня мы вновь поговорим о дорогах. Многие жители региона в социальных сетях и обычных разговорах жалуются на плохие дороги и ругают за них правительство. Но было бы неправдой сказать, что в Ульяновской области забыли про дороги. Как раз наоборот. Полным ходом и по графику ведутся работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомню, 17 июня губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил о старте тематической недели, посвященной реализации этого нацпроекта в нашем регионе. По словам Сергея Морозова, национальный проект должен получить широкое продвижение в муниципалитетах. Необходимо выстроить работу таким образом, чтобы люди увидели значительные изменения в дорожной отрасли. Сейчас ремонт дорог идет на 20 объектах, из них 10 по областным дорогам и 10 по местным. На одном участке около села Тушна работы уже завершены. Там установлено освещение. К остальным объектам подрядные организации приступят в соответствии с графиком. 16 июня глава региона посетил участок автомобильной дороги Димитровград-Тольятти. Здесь подрядчик отвечает за ремонт трассы и за ее последующее содержание в течение целых 6 лет. 20 июня ход ремонта на дорогах Ульяновска проконтролировали первый зампред областного правительства Андрей Тюрин, министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин и начальник городского управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков. Дорожные работы в рамках нацпроекта ведутся как в областном центре, так и в районах. Ремонт выполняют подрядчики. Вместе с тем проводим мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, рассказал Дмитрий Вавилин. Отмечу, кроме ремонта дорожного полотна, нацпроект предусматривает снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. В течение 5 лет до 2024 года в 3,5 раза должны сократить смертность на наших автомобильных дорогах. Основное внимание при реализации данной программы уделяется проведению инженерных мероприятий на автомобильных дорогах. В 2019 году в Ульяновске планируется обновить 11 участков дорог. На сегодня сделали заездной карман, установили бордюрный камень и отремонтировали тротуар около храма на улице Минаева. Ведутся работы по устройству карманов, ремонт пешеходной части на улице Ефремова и проспекте Гая. На улице 12 сентября завершают ремонт. Здесь также оборудуют заездной карман, остановку, расширят проезжую часть, отремонтируют тротуары. По улице Тимирязева проводятся работы по замене рельсов. Затем дорожники приступят к асфальтированию этого участка. Также ремонт идет на улицах Деева, Карла Маркса, Одесской, Волжской и на проспекте Дружбы народов. В 2019 году в рамках нацпроекта в Ульяновской области будут выполнены ремонтные работы на 66 объектах общей протяженностью почти 108 километров. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» призван выполнить задачи и достичь целей, установленных майскими указами президента России в части дорожного хозяйства. Началась работа над национальными проектами, которые имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы страны, для всех субъектов Федерации, для повышения качества жизни людей. На это, собственно говоря, и нацелены все эти мероприятия. Мы регулярно и в ходе рабочих совещаний, и на площадке Госсовета с участием руководителей регионов, представителей общественности рассматриваем ключевые проблемы состояния дел в приоритетных отраслях. Состояние дорог должно быть постоянно в центре нашего внимания. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла, отметил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.